Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Как моментально избавиться от мышей? Это самый чудеснейший способ избавления от мышей. Но прежде чем рассказать об этом средстве, я вас всех призываю, подпишитесь на мой Яндекс.Дзен канал. У меня там много интересного и много видео, которые не вошли YouTube канал, я там выкладываю. Самое лучшее средство избавиться от мышей. Вот у нас норы на даче. В общем, самое лучшее, самое из самых лучших, это березовый деготь. Берем, смачиваем ватный диск. Ватный диск смочили. Березовый деготь можно взять, если у вас негде березовый деготь, на рынке не продают, то тогда в аптеке продается он. Берете дырку и затыкаете. Запах специфический. Многим не нравится запах такой. Но прям хорошо смочили и в дырку. Все, мыши будут текать. И от вас и убегут, и от соседей убегут. Просто они не будут уже в этом месте обитать. Им всегда они, мыши, себе найдут место, где комфорт у них будет. Они не любят дискомфорт, поэтому перечная мята их тоже отпугивает. Но самое лучшее — это березовый деготь. Березовый деготь. Я испытывал и перечную мяту. Но березовый деготь мне лучше нравится. Самый дешевый и эффективный способ. Так что подписывайтесь на мой канал, на YouTube канал, на Яндекс.Дзен. В описаниях ссылка. Всем удачи и всем пока!